Всем привет! Вы на канале «Семья на чемоданах», и сегодня мы отправляемся на генеральские пляжи. И, конечно же, по традиции, в Крыму начинается жесточайшее бездорожье, и так по всем генеральским пляжам вдоль до них будет именно такая дорога. Садитесь поудобней, приятного просмотра! Правую руку виднеется Азовское море, и мы направляемся сейчас к поселку Курортное. Сейчас мы двигаемся как раз по поселку Курортное. Очень сильный ветер нас застал в Крыму, а здесь, на Охотском море, он как будто бы в два раза сильнее. Почему-то Азовское море, конечно, слабо посещаемое, но, как вы можете заметить, здесь действительно очень-очень красиво. Мне очень хотелось бы оказаться здесь, когда нет таких сильных ветров, самый разгар жары, лето, может быть, когда-то и попаду тебе. Грязевое, смотрите, учебные грязи, сколько там всех. Розовый какой-то великолепный, смотри как. Вот это озеро, ребята, тоже цветет и тоже розовое. Вот видны оттенки розового. Но здесь еще мажутся лечебной грязью. Сейчас это попробуем сделать. Посмотрите, какая красота, ребята. Вот мы и доехали. Можно подумать, что мы остановились где-то просто в каком-то степном месте отдыхаем. Нет, ребята, посмотрите, тут какая красота. Посмотрите, какие красоты! Это, ребята, генеральские пляжи. Представляете? Ребята, вы только посмотрите, какая здесь красота! Смотрите, смотрите, насколько все тихое, ничего не тронутое. Песок какой классный, да? Вот мы остановились на одном из пляжей в одной из бухты. Какая красотища, да? Смотрите, сколько ракушек. Посмотрите, сколько ракушек. Вообще, просто часть пляжа полностью усыпана ракушками. Немножко покажу вам саму бухту, как это все выглядит. Смотрите, какие скалы. Бля.
вообще безлюдно. Но вот это, например, бухта, этот пляж еще пустой. Смотрите, еще один тихий пляж. Имеет только подход вплавь, что с этой стороны, что с этой. Ветер сильно дует, я даже сижу на корточках, чтобы он меня не сдул. Вот он Крым, ребята, вот он Крым. Вот она прекрасная природа Крыма. Кто не любит Крым, тот дурак.